Здравствуйте. Мы пришли с прогулки. Вот. Лили лапу. И купили Лили вот такую штуку. Гематоген. Для собачек. Это не реклама. Сейчас посмотрим. Она уже хочет. Она ни разу не пробовала. Да? Ой-ой. Что творится? Подожди, дай мне его распаковать. Вот такой вот. Не ругайся. А мне надо его открыть. Вот я его открыл. Такие дольки. Пахнет. Не знаю, чем пахнет. Собачьим кормом пахнет. Лиля, Лиля. Пробуем. Не знаю, что с ним делать. Вот так вот. Вот так вот. А ты его кушать попробуй. Попробуй его кушать, это ням-ням, это еда. Но сладким он не пахнет. Лиля. Ням-ням. Ой, как-то. Давай, кушай. Понравился? Как? Как твои ощущения? Понравился? Не распробовал? Кушай. Крошки подбирай. Если крошки подберет, значит вкусный. Лилечка, еще тебе дать? На. Держи, малыш. Кушай. Кушает. Значит, ничегошный такой гематоген. Но слишком много я не буду тебе давать. Сейчас вот это скушаешь и все. То аппетит перебьется. Да? Всем пока-пока, скажи. Пока-пока. До свидания.